Здравствуйте, братья и сестры. Мы сегодня рады приветствовать в стенах нашей обители на Пелеве, в стенах духовной семинарии Тревенской, дорогого гостя, который посещает нашу обитель и семинарию уже второй раз, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Кстати, мой учитель. Я уже об этом говорил в прошлый раз, когда мы первый раз встречали Алексея Ильича. Я помню те лекции, которые в семинарии, в академии мы слушали, затаив дыхание. И очень приятно теперь, когда уже Господь сподобил меня быть, поставил вот на такое ответственное послушание возглавлять и эту обитель, и возродить семинарию, теперь принимать в качестве гостя и лектора Алексея Ильича. Сегодня тема лекции очень такая актуальная, как говорят, и современная, и злободневная, ну, по-разному можно, и неисчерпаемая. Тема звучит так: Христос и Антихрист. Мы сейчас предоставляем слово дорогому нашему гостю Алексею Ильичу. Как сказал отец Владимир, действительно, эта тема неисчерпаемая. И неисчерпаемая не только по объему, а, как оказывается, и как свидетельствует наше церковное предание, она оказалась неисчерпаемой и по времени. Наверное, все те, кто интересовался данным вопросом, прекрасно знают и помнят, что тема второго пришествия Христа явилась вопросом, который уже волновал самых первых христиан, самих учеников. По многим высказываниям, которые мы находим у апостолов, можно полагать, что они были даже уверены, что Христос придет вот-вот-вот, еще немного, еще совсем немного. Особенно, когда были сказаны слова Иоанну Богослову. Помните, при воскресении, по воскресении Христа, когда Христос с Петром пошли, то Петр, обратившись, говорит: «А этот что?» «А он что?» – в смысле, он идет тоже с нами. «Что с ним будет?» – спросил. То помните слова Христа? Да. «Что я хочу, чтобы он пребывал до тех пор, пока я приду». И все поняли совершенно однозначно. Что же еще это может значить? Значит, Иоанн Богослов не умрет, пока он не придет. Ну и пусть он еще молод, конечно, но пройдет несколько десятков лет, и не позже Христос вновь придет. Второе пришествие, то есть вот-вот должно быть. Вы видите, с чего я начинаю? Потому что, как ни удивительно, как это ни странно, но именно проблема Христа для очень многих христиан свелась к тому, когда Он придет. Для еще большего числа людей, христиан, особенно современных, если посмотреть, очень многих, то волнует даже не эта тема, а тема Антихриста. Иногда создается даже впечатление, что кого же больше ждут-то? Христа или Антихриста? Прям просто недоумение иногда приходишь. Действительно. Так вот, действительно, эта тема, она пронизывает все последующие века. Вы же прекрасно помните, что написано в Евангелии. Какие бедствия, какие переживания, какие страдания, какие нестроения, какие государственные, если хотите, перевороты и многие-многие, так сказать, страдания и скорби, которые должны предшествовать пришествию Христа. А какое историческое время мы можем назвать, в котором бы не было этого? Ни одного. Тот, кто изучает историю, то немножко даже почитает, познакомится, увидит где-нибудь, всегда что-нибудь, но происходило нечто страшное. Какие кровопролития, землетрясения, и голод,
и жажда, и пленения, и тюрьмы, и гонения на христиан. Все это в течение всей истории христианской церкви имеет место. И многие отсюда по местам, люди, не понимающие священного предания церкви, люди, которые думали, что они могут вот своим умишком уже все на свете решить и понять, многие предсказывали бесчисленное количество раз в истории, вот-вот Христос придет. Нарождались многие секты, которые основывались только на этом. И когда предсказания их не сбывались, то придумывали удивительнейшие объяснения. То Христос приходил только на какую-то планету, но не дошел до Земли, да. То Он пришел, но Он оказался невидим, то Он отложил свое пришествие, потому что мы не подготовились. Ну, вы знаете, ведь нет даже греха такого и преступления, которое не мог бы человек оправдать, если ему хотелось это сделать. Тем более всегда легче оправдать свои какие-то ошибки и свои глупости. Так вот, но ажиотаж вокруг этой темы, вокруг этого вопроса иногда поднимался до очень, я бы сказал, серьезной степени. Например, у нас на Руси. Вот вы думаете, что сейчас это все интересуется? Да это чепуха. Сейчас наше волнение и интерес. Это мелочь. Это буря в стакане воды. А посмотрите, что было, например, в конце 15 века или в конце 17 века. 1492 год. Это уже был годом последним существования Вселенной. Пасхалия далее не писалось. На 1493 год уже не было Пасхалии. Все, потому что исполнялось 7000 лет по тому летоисчислению, которое рассматривалось как библейское. Должен сразу сказать, что библейского летоисчисления нет. Цифры там символические. Они имеют совсем другой смысл. Исторического смысла они не имеют. И вот видите, приняли их за реальные. И вся Русь наша святая в 1492 году уже ждали. Вот-вот он придет. Пасхалии не было на следующие годы. Не пришел. И начали жить дальше. А что было в 1666 году? Ну, сами цифры уже все же говорили. Явно, правда же? Три шестерки. Что вы еще хотите? Что, какие еще вам надо знаки? Для людей, которые живут вот этими внешними приметами, цифрами, знаками, своими человеческими летоисчислениями, еще раз за разом приходит стыд и срам. Да. И 666 год прошел, и уж антихристов сколько было, не знаю, в кандидаты, и патриарх Никон, да, и другие, и опять прошло, и опять Христос не пришел. Но когда уже встал на трон Петр I, тут уже, конечно, и сомнений не было. Уже ясно, кто предтеча антихриста, а может быть, и сам он. В чем ошибки эти были? Ну, во-первых, в том, что многие из тех, которые делали подобного рода выводы, оказались совершенно незнакомыми с священным преданием Церкви. То есть это люди малообразованные, которые читали только, знаете ли, вот жития святых, и в житиях святых что выбирали? Чудеса, знамения, пророчества. Вот что интересует больше всего. Что будет? Что будет? Кажется, каждый человек знает, что будет. Просто только не верит. Что будет? Ясно, что будет. Умру, похоронят, конечно. Вот там что будет? Кажется, главнейший вопрос. Да ну что вы? Это уже совсем не так интересно. Что здесь будет? Вот это жалкое любопытство. Не стремление к тому, чтобы узнать, а зачем пришел Христос, что сделал Христос, что Он нам дал, какими мы должны быть. Нет, нет, нет. Любопытство, причем подчас голое любопытство, страшное, доведенное до какой-то страсти неуемной. Где
когда, что. Забыли совсем слова Христа, что никто не знает ни дня, ни часа пришествия Сына Человеческого. Никто не знает. Вы слышите? Об этом меньше всего стараются говорить те, которые хотят все знать. Но вот сегодня я постараюсь вам сказать точно и день, и час, и месяц, и год. Ну, профессора должны все же знать. Вы же, наверное, не сомневаетесь в этом. Да. Иначе зачем было и приезжать, правда же, если так поговорить и не сказать. Оставить ни с чем. Это же было бы просто ужасно. Это было пыткой надеждой. В Средневековье была ужаснейшая пытка, вы знаете, в средние века у католиков. Ужасная была пытка. Да, когда заключенные где-то в глубоком подземелье, в темноте полной, которого питали я не знаю чем, так вдруг однажды сторож, этот тюремный страж, забыл закрыть дверь камеры. Он слышит, не страж, а заключенный, шаги удаляются все дальше, а дверь осталась не закрыта. Осторожно, в высшей степени, он приоткрывает дверь, выходит в темный коридор и тихо-тихо, неслышно идет по этим темным извилистым коридорам. Наконец появляется проход, свет. Он выходит в цветущий весенний сад, птицы, оглядывается туда-сюда, никого нет. Осторожно пробирается, осторожно, где ползком, где прячась. Выходит, доходит до монастырской стены, спирается на нее. Вот здесь уже сейчас он прыгнет, уже готов. И вдруг голос. «Сын мой, куда же ты бежишь от своего спасения?» Потрясение, который бывает с этим сыном, можно себе представить. Еще мгновение, и кажется свобода. На самом деле, это была полная инсценировка. Ну, хорошо. Так вот, конечно, я этим заниматься не буду, да. Надеюсь. Да, по крайней мере. Так вот, это просто небольшое такое вступление, которое должно нас ввести бы в тему для того, чтобы мы могли с вами вместе пообсуждать. Я просто кое-что вам расскажу, кое-что скажу. Ну, а потом я надеюсь, что у нас будет взаимный разговор же. Правда? Вы мне мысленно будете задавать вопросы, я мысленно буду отвечать. Да, и будет, мы с вами так хорошо поймем все друг друга. Ну, может, кто-то может задать и устно, конечно, и записку написать. Но это в качестве, конечно, исключения, я думаю. Хорошо. Так вот, когда мы говорим «Христос и Антихрист», на что нужно более всего обратить внимание? Что является, если хотите, самым важным, самым главным, что необходимо знать православному христианину для того, чтобы не случилась великая беда? Беда какая? Принять Антихриста за Христа. А Христа, таким образом, оказывается, принять за лжемессию. Как это может быть? По-моему, даже и быть такого не может. Не правда ли? Это же невероятно. Для верующего человека, чтобы отказаться от Христа и принять какого-то проходимца, который выдаст себя за него, это кажется невозможно. Кажется, да-да. И именно кажется. На самом деле, реальность нашей психологии – такова, что и не такие вещи совершались. И не такие. И к этому есть основания для того, чтобы утверждать, что эти вещи могут быть, повторяться и, оказывается, будут в конце истории. Первое, на что я хотел бы обратить внимание. Когда мы говорим о Христе и Антихристе, то мы говорим о христианах прежде всего. Мир нехристианский, он всегда ищет Антихриста. Он ждет Антихриста. Он надеется. Почему я сейчас скажу? Я скажу. Сейчас пока обращаю внимание совсем на другое. На то, что самое печальное, самое ужасное, что, оказывается, подавляющее большинство, почти все христиане примут этого обманщика
за действительного спасителя человечества. Вот что произойдет. Кстати, слова Христа удивительные, некие слова, которые он произнес. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Ясно, речь идет не о том, что люди вообще ни во что не будут верить. Как раз чем дальше, тем больше люди верят в разные вещи. Нет, речь идет совсем о другом. Речь идет о правильной вере, об истинной вере, о вере та, которая приводит человека к Богу, а не отвращает его от Него, от Бога. Вот в связи с этим-то как раз, я вам скажу, и возникает целый ряд, так сказать, если хотите, проблем, которые связаны вот с возможностью подобной ситуации. Итак, поговорим, кто такой Христос? Что Он дал людям? К чему Он призывает? Что Он обещает? Но если посмотреть на Христа с точки зрения нашей человеческой, обычной, то Он вообще представляет собой несколько явления странные. Дело в том, что христианство говорит, что Он Бог-человек. То есть Он и Бог, и человек. И поэтому как Бог Он всемогущий. Как всемогущий, не правда ли? Конечно же, Бог же всемогущий. И вдруг этот всемогущий Бог почему-то приходит на землю в странном виде. Ну вот вы сами подумайте. Вот каждый бы из нас, если бы сейчас ему дали полноту возможностей, кем бы он захотел стать для того, чтобы спасти мир от того зла, который сейчас в мире разливается? Много в мире зла? В России, во всем мире. Вот кем бы стать лучше всего, чтобы спасти мир от зла? Вот подумайте. Я думаю, что я бы стал бы, ну, кем? Ну, всемирным императором. Мне кажется, это лучше всего. С полнотой власти. Я бы до всех этих негодяев знал бы, куда загнать. И всех проходимцев, всех мошенников, да, и так далее. Но подумайте, какой еще вариант для того, чтобы спасти человечество? Мне кажется, нужна полнота власти над всем человечеством. Это совершенно просто необходимая вещь. Для полноты власти необходимо обладать и полнотой, ну, богатства. Для этого должна быть полнота авторитета. Ну, не правда ли? А как я могу добиться каких-либо успехов, если мне никто не будет верить? Конечно же, нет. Полнота авторитета должна быть. Полнота уважения, полнота принятия, полнота власти. А для этого нужно соответствующее величие. Нет другого варианта, кроме как стать всемирным повелителем. Я не знаю, может быть, у кого еще какой-то вариант есть. Это было бы даже интересно послушать. Послушай, потому что кто угодно приди, какой угодно человек, пророк ли приди, учитель ли, философ ли, кто угодно. Одни ему поверят, другие нет. Третьи вообще камнями побьют. Одним он нравится, другим не нравится. Нет. Для того, чтобы исправить социальную несправедливость, чтобы не было этих миллиардеров, которые не знают, куда деньги деть. А тут половина почти человечества, вы знаете что, по статистике, почти половина человечества не доедает. Десятки миллионов, даже детей, умирают от голода до сих пор. Это справедливо? Это хорошо? А эта эксплуатация сейчас, которая ведется во многих странах мира, и в том числе у нас, когда за труды платят гроши, когда вообще не платят, вообще не дают зарплату. И это что такое? Что такое медицинское обслуживание какое? Вы только подумайте, какие проблемы в мире, экономические, проблемы образования, проблемы обеспечения людей самыми необходимыми вещами, жильем, питанием. Проблем, я вам скажу, очень много. А проблем мира, мир или война? Вот сейчас Америка обрушит, и все. Почему? Потому что сильные на Ирак. И все. И никто не может остановить. И сколько слабых народов поглощено, раздавлено и уничтожено, превращено в рабство,
Нет, вы подумайте, вот подумайте, сейчас я обращаюсь действительно прям реально к вам. Кем нужно бы стать вот любому человеку, который должен будет спасти мир? Кем в мире он должен стать? Только тот, кто обладает полнотой власти в мире. Человек, который установит справедливость во всем мире, даст самые прекрасные законы, не даст возможность одним богатеть, другим умирать от голода, даст возможность всем получать надлежащее образование и воспитание, всем дать возможность обращаться к врачам и прочее, запретит всякую эксплуатацию, насилие и так далее. Разве это, нет, простите, разве это не очевидно? Ну, совершенно очевидные же вещи. О чем вообще говорить? Это настолько вещи очевидные, что здесь не требуется никаких ни рассуждений. То есть они очевидны, вещи. Иначе как же? Да и простите, а кто не ждет такого доброго царя? Кто не хочет помазанника, который бы установил твердую власть? Хотя бы на Руси, допустим. Ну, кто не хочет? Очень многие хотят. Мы все человечество жаждет. И даже православные, если вот взять и опросить, да, и они согласятся с этим. Теперь, надеюсь, я думаю, что большинство и вы согласны с этим. Потому что невозможно не согласиться с этим. Это верно. Ну, а теперь вы понимаете. Теперь вы понимаете? Кто же такой Христос? Спаситель? Спаситель? Кто он? Нищий, странник. Иногда есть нечего. Ученики растирают колосья, чтобы погрызть эту пшеницу. Не имеет где главы преклонить. Где он установил справедливость, скажите? В какой стране? Ни в одной. Он отменил рабство, которое было в то время. Он об этом даже и слова не сказал. Он установил законы, благодаря которым люди могли бы жить спокойно и твердо. Он просто об этом даже ни слова не произнес. Скажите, что он сделал? Ах, он ничего не сделал. Что, он 5000 накормил? Простите. Когда население исчисляется сотни миллионов и миллиардов, вы это скоро услышите. То есть немногие, но молодежь это скоро услышит. Это все. Скоро услышит. Что вы обманываетесь? Таковых спасителей не бывает. Спаситель должен спасти угнетенных, бедных, больных, немощных. Вот кто Спаситель, который даст им жизнь. Понимаете, перед чем мы стоим? Христос ничего не сделал на земле земного. И не только не сделал. А что он еще сказал? Если хотите, какова основная линия всего его проповеди? О, ужасные, страшные. Он сказал, не заботьтесь о том, что вам есть что пить, во что одеться. Этого всего ищут язычники. А далее произносят какие-то странные слова. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это он говорит о земном, приложится вам. Однажды я был в Англии, и там католический патер, священник, повел нашу группу в Королевский театр, где показывали рок-оперу «Иисус Христос. Сверхзвезда». Опера, которая фактически, ну, если мягко сказать, иронизирует над Христом. Если сказать по существу, насмехается над Христом. Христос – идеалист. Придите ко мне. Вдруг из угла там идет один какой-то хромой, идет к нему нищий, он его гладит. Другой выходит, он его утешает.
уходит третий, он с ним поговорит, потом четвертый, потом пятый, потом десятый. И Христос в ужасе уже: не придите ко мне, отойдите от меня, вас так много, что я с вами сделаю? Какая насмешка! Вы чувствуете? Всю миссию Христа свели к чему? К тому, чтобы дать земное благополучие. А он, конечно, его не дает. Он же его не дает. Пожалуйста, дальше показывает. Тайная вечеря. Сидят ученики, начинают пить. Кончается тайная вечеря. Один валяется на столе, другие под столом. Кощунство какое! Но великолепно показано. Вот ваш идеалист Христос, который решил изменить мир, спасти мир. Спас он мир? Разве уменьшилась эксплуатация? Разве? Уменьшился обман? Уменьшился грех? Уменьшились войны? Насилие? Ничего не уменьшилось. Вот ваш Христос. Вы понимаете, куда мы идем? Вся линия современной жизни, еще раз говорю вам, под современной жизнью, разумея, не мир. Что нам говорить о мире? Мир всегда ищет хлеба и зрелищ. Это же всем понятно. Я говорю о направлении жизни христиан. Христиан и только христиан. На что направлена вся эта линия? Если вы посмотрите на публикации, связанные с деятельностью Всемирного Совета Церквей, этой Всемирной Экуменической Организации, то вы не сможете не увидеть того, что является главным в тематике, центром всей деятельности совокупности христианских церквей. Что является? Проблемы мира и войны, проблемы социального обеспечения, проблемы голода, проблемы нищеты, бесправия и так далее, и всего прочее. Только одной нет проблемы, вы не найдете. Одной проблемы вы ни за что не найдете. Проблемы спасения. Точнее, слово вы найдете. Слово найдете, слово будет. Более того, одна из всемирных конференций, которая проходила под эгидой Всемирного Совета Церквей, так и называлась «Спасение сегодня». И что подразумевалось под этим? Наши представители были там. Они приехали, докладывали в нашей комиссии. Тогда была всего одна комиссия только. Так? Занимались чем угодно. Но когда небольшая группа православных, которая там оказалась, все-таки напомнила им, все-таки спасение-то, где оно, с кем связано, где и куда должен быть обращен этот взор, на этих бедных православных посмотрели, как, знаете ли, на каких-то отживших или каких-то древних существ, каких-то динозавров, которые неизвестно откуда выползли, и говорят о странных вещах. Вся функция церквей, вы слышите, вы обратите внимание, надо же нам знать, церквей христианских, правда, должен вам сказать, что это церкви католические, протестантские церкви, но не забывайте, и православные, мы идем по пятам. Правда, мы еще не догнали. Правда, у нас еще есть что-то удерживающее, но и мы активно действуем тоже в этом направлении. Все больше и больше мы углубляемся в деятельность, направленную на решение земных задач и проблем. Причем этим занимаются не просто какие-то члены церкви, что было бы вполне понятно и естественно, потому что мы все должны помогать друг другу, а этим занимаются сами церкви и ставят это во главу своей политики. Итак, чем же отличается Христос от Антихриста? Это очень интересно. Все, что я вам сказал сейчас, вся вот эта вот забота о земном, о решении земных задач, о земных проблем, все это то,
что Христос назвал, этого ищут и язычники. Это интересно. Это очень интересно. Более того, он сказал, не заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться. Извините, но я должен перевести вам. Там русский текст Евангелия, к сожалению, иногда неудачен. Там бывает подчас неудачный перевод. И здесь, кстати, тоже. Можно подумать, не заботьтесь, то есть будьте тунеядцами. Ничего подобного. Греческое слово, которое там стоит, имеет совсем другой смысл. Не заботьтесь, то есть не отдавайте душу. Душу не отдавайте, не терзайтесь душой, а не в том смысле, что ничего не делаете. И вам, знаете ли, как птицам небесным, будет откуда все падать, манна с неба. Ничего подобного. Душу не отдавайте. Христос говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот что неприемлемо ветхому человеку. Вот что неприемлемо человеку, который весь погружен только в земные заботы. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Что это такое? Для многих искание Царства Божия – это есть искание истины, искание правды, искание смысла жизни. Ибо мы должны же сказать, что каждый разумный человек, если он совсем уж не потерял разум, то он легко же понимает, что это жизнь, это свечечка, которая может гореть быстрее или медленнее, или спичка, которая раз и сгорела, и все. И все эти проблемы, все эти заботы, все это рушится, все это превращается в ничто. Человек заснул, что он помнит? Человек тяжко заболел, какое ему дело до этих всех вещей? Мы все это оставим. Все это оставим. И в то же время христианство тем отличается от отдельных форм, если хотите, язычества, и, я бы сказал, крайнего спиритуализма, который утверждает, что тело – это ничто. Нет. Нет. Христианство является удивительной религией, которая говорит о том, что и тело человека является важной составной частью его человечности. Человек состоит из тела и души, а не из одной души. Но первичным является душа, вечное начало. И только от ее состояния, души, зависит состояние человека. Не только это, вот этот миг существования, а зависит вечность. Если хотите, основное противопоставление между Христом и Антихристом заключается в чем? Во временности и вечности. Христос заботится о вечной участи человека, а Антихрист все внимание, всю деятельность, все сосредоточит на одном, на земном, так называемом, благоденствии. Земном. Вот в этом основное различие. Поэтому все Христово учение направлено на что? На правильное формирование человеком своей души, своих свойств. Христос указывает нормы человеческой души. Заповеди – это являются те нормальные свойства, при которых только человек действительно может быть, может быть, произнесу слово, вполне мирское, счастливым. Нечистая совесть не даст быть человеку счастливым. Окамененное сердце, которое не чувствует ни жалости, ни любви никому, не может быть счастливым. Это же само собой разумеющиеся вещи. Христианство дает возможность воспитания души человеческой по образу и подобию Божию. Христианство говорит, та душа, в которой утрачено уже чувство любви, сострадание к другому человеку, эта душа не может иметь никакой радости в своей жизни. Не может. И более того, и самое страшное, что обязательно наступит переход в другую жизнь. И с чем человек войдет туда? О, это в высшей степени серьезный вопрос, от которого мы пытаемся отмахиваться, о котором мы хотим не думать,
не думаем. Знаете, как страус, говорят, перед лицом опасности зарывает голову в песок. Так и человек не хочет об этом думать. Все внимание у него обращено только на этот миг, который даже не знает, сколько он продлится. Если человек – существо, обладающее душой и телом, если душа является тем первичным началом человека, благодаря которому только человек и может быть тем или другим, благодаря которому только человек, очистивший свою душу от того, что мы называем страстями, может приобрести благо и земное, и небесное. То есть приобрести благо, благо, которое будет в его сердце, в его душе, будет источником неиссякаемым. Вот о чем говорит христианство. Так? Если это так, тогда скажите, на что должно быть обращено все внимание в человеческой жизни? Постоянно и постоянно напоминает Христос об этом. Душа дороже, дороже всего. Не отдаст ли человек за душу свою всего, что он имеет? Сам факт воскресения Христова говорит нам о том, к чему призван человек. К чему он призван? Напротив, Антихрист привлекает взор человека исключительно только к земным, так называемым, ценностям. Только и больше ничего. И это наступит. Уже наступает. Вы видите, уже мы приближаемся. В чем была ошибка древних многих христиан? В чем была ошибка у нас на Руси даже, когда они перестали высчитывать Пасхалию и так далее? Они смотрели только на свое вот это маленькое пространство русского государства. В чем ошибались другие народы? Они смотрели только на эти маленькие регионы. А оказывается, напротив, то, что нас ожидает, будет носить всемирный характер. Это человек, который будет всемирным правителем. Слышите? Всемирно, а не над одной страной. И представьте себе, что он сделает. Он делает то, что ищут люди. Когда будет одно государство, естественно, не будет войн. Не будет войн. Какие гигантские средства высвободятся, вы же понимаете. На вооружение идут самые основные расходы. Во всех, можно сказать, государствах. Какие гигантские средства. А если будут установлены еще законы строжайшие, смертная казнь за какое-нибудь небольшое совсем преступление. А если при этом будет установлено с помощью компьютерной техники полный контроль за каждым человеком, а сейчас мы уже к этому идем, где-то в 20-х годах ученые прогнозируют, что будет достигнуто полный контроль над каждым человеком, он никуда уже не уйдет. Он всюду будет. Будет полная информация о нем. Все будут подконтрольны. Никто не сбежит. Ни один преступник не избегнет наказания. Правда интересно? Здорово. Ну, конечно. Видите, к чему идем? Одно государство, полный контроль, да, возможность распределения благ как угодно. Человек, который будет выдавать себя за спасителя мира, который принесет людям материальное изобилие. Я сказал людям, незаметно исчезнут только с лица земли миллиардов 3, 4, 5, останется один. Незаметно, все меньше и меньше. Золотой миллиард. Слышали когда-нибудь об этом? Да. Это будут уже как аскариды копаться в изобилии земном. Вот, оказывается, какое благо принесет нам этот человек. Этот человека-зверь. Пребывая в потрясающей гордыне, он действительно объявит себя Богом-спасителем. Да все эти подхалимы и подлизы объявят его. Телевидение, радио и пресса вся восхвалит его. Помазан он будет, сколько вам нужно только помазаний всех церквей и религий. Все, все, что надо, все будет. И подумайте тогда, перед лицом этой ситуации, что сделал Христос для мира? Ничего. Что сделал Он? Все. Кто подлинный Спаситель мира? Вот к чему мы идем. При этом для нас важный вопрос. Очень важный вопрос. Какой?
вопрос о так называемом незаметном принятии Антихриста. Вопрос, который в высшей степени важен для всех. Что говорит Священное Предание по этому вопросу? Что говорят святые отцы? Говорят интереснейшие вещи. Вещи, кстати, те, которые не имеют ничего общего с тем, о чем можно прочитать сейчас во всякой этой литературе, которая наполнена сейчас этими всякими предтечами, печатями, цифирями, шестерками, ИННами, паспортами, переписями, и я не знаю только чем. Все видят, знаете, где зло-то? Не в себе. Нет, это шестерки, это ИННы, это паспорта. Я хорош. Вот какая дьявольская уловка. Если Христос говорит, Царство Божие внутрь вас есть, какой отсюда вывод? И ад внутрь вас есть. В сердце человеческом. И этот рай и ад, это Царство Божие и преисподнее, зависит от чего? От того, как человек относится к заповедям Христовым. К заповедям Христовым, а не к чему-либо другому. В чем, как может произойти незаметное принятие Антихриста даже христианами? Объясняю вам. Да, попытаюсь, по крайней мере, объяснить. Это произойдет с теми христианами, которые все более и более будут вести языческий образ жизни, которые все более и более языческие ценности будут называть христианскими. Вы скажете, как это возможно? Очень просто. Совсем просто. Ну что вы? Вы никогда не слышали, чтобы где-нибудь в храме в какой-нибудь пели такую херувимскую, что можно в танец спуститься? Наверное, когда не слыхали. Не слыхали такие громы и молнии, которые извергает если большой хор, когда он поет там якода царя или еще что-нибудь? Ничего церковного тут нет. Это не церковное, это чисто язычество. Вспомните, даже Ветхий Завет и то знал, что Бог явится во гласе, хлада, тонко. Не в громе, не в землетрясении их Бог. Во гласе, хлада, тонко. Здесь что? Если хотите, рок-музыка, только на другой манер. То умирают, то взрывается. Ну, Боже мой! Какие концерты! Очень легко, оказывается, превратить само богослужение в концертно-зрелищное мероприятие. Это очень здорово. Помню, как-то американцы однажды сказали, у нас все должно развлекать в церкви. Все должно развлекать. Почему же? А то иначе никто не пойдет. В церковь ходят за развлечением. Это изумительно. Лучшего, кажется, не придумаешь. И уже, пожалуйста, что происходит? То молодежный отдел одной из епархий организует совместно с другими рок-концерт, это публикуется, говорится о том, как церковь должна выходить из храма, мы должны идти к людям, замечательно. На почве рок-концерта мы, конечно, соединимся с людьми. Это изумительно. То, знаете ли, устраивает вертеп в монастыре, и в этом вертепе бродят Мишка-озорник, коза-дереза, гармонь под хоровод, и все это публикуется, пресс-служба епархии. Уже это что такое? Церковное явление. Вы слышите? Церковное явление. Подумайте только, куда мы идем, что мы делаем. Вы понимаете, в чем незаметность? Оказывается, чистое язычество уже начинает восприниматься нами как церковь, как характеристики церковные, как то, что действительно присуще христианству, то, к чему призван человек и так далее. Вы же понимаете? Мы, оказывается, все наше внимание обращаем на что? Чем бы заинтересовать людей? Так? Как бы им помочь устроиться в этом мире? Это самое главное. А то, о чем, как человек должен приобрести подобие Христово, об этом мы меньше всего думаем. Незаметное принятие Антихриста, оно и заключается в том, что человек, постепенно обмерщаясь, христианин, постепенно обмерщаясь, он совсем и не заметит того, что, оказывается, многое то церковное, что мы называем церковным,
оказалось уже далеко совсем не таковым. Это беда. Вот где незаметность. А не в том, что в штрих-коде обманом будет спрятаны шестерки. Какой ужас! А вы купите пакет молока и выпьете. Все. Приняли антихриста. Ай-яй-яй. А это до чего мы дошли? А когда вся жизнь человеческая обращена исключительно на искание только вот этого земного, что, может быть, завтра я все отдам, вплоть и свое тело, так об этом никто не думает. Это поразительная вещь. Искание же мирового монарха – это явление, я думаю, вполне реальное и очевидное. И, кстати, должен вам сказать любопытную вещь, я не знаю, может быть, даже печальную вещь. У Игнатия Брянчанинова есть такой церковный писатель, прославленный в лике святых, писатель XIX века, человек замечательный, человек, который, если хотите, переложил святых отцов, всех древних отцов, на язык современности, на язык, который доступен уже нам, на уровень, доступный нам. Кстати, это очень серьезный вопрос. Учтите, что древние отцы никогда не писали просто так. Они писали, как правило, конкретным общинам, монастырским общинам, конкретным людям, учитывая их духовный уровень. Так вот, не зная этого, можно читать святых отцов, святых, правда же прекрасно, и не понять, и взяться за непосильные, и таким образом нанести себе тягчайший вред. Например, о молитве. Что он говорит? Нужно начинать молиться сначала, а не с середины и не с конца. Знаем ли мы, что это такое? Что это такое середина? Что это такое с конца? Что это такое молиться сначала? Даже не знаем таких вещей. Это удивительно. Мы занимаемся чем угодно. То, что нам совершенно необходимо, необходимо каждый день, если хотите, каждый час и, может быть, минуту, этого мы подчас не знаем. Что это означает? Он говорит, с середины начинает тот, кто, начитавшись отцов-безмолвников, вздумает подражать им. С середины начинает тот, кто, узнал, что, оказывается, нужно низводить ум в сердце, начинает этим заниматься искусственно. Усилием ума начинает пытаться сходить в сердце. Повреждает тот человек и ум, и сердце. С конца начинает тот, кто ищет в молитве ищет благодатных состояний и переживаний. И он заканчивает это рассуждение, говорит так. Начинать нужно молитву сначала. Если хотите, нашу молитву мы должны начинать сначала. Не какую-то молитву отдельную, а молиться вообще. Мы должны начать сначала. Какое же это начало? Какое это начало? Молиться надо, говорит он, с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Точка. Вот, оказывается, правильная молитва. Вот только что может являться для нас началом. Вот о чем надо думать. Он прямо говорит, душа молитвы – внимание. Там, где нет внимания, не обманывай себя, христианин. У тебя молитвы нет. Ты подобен пустому орудию, трещотке пустой, который трещит, трещит, и никакого смысла в этом нет. Там, где нет внимания, нет молитвы. Как легко превратить молитву во что? Во что? В перечень слов, в бездушное произнесение и так далее. Так вот, оказывается, что вот духовная жизнь, она должна быть направлена что? На исполнение заповеди Евангелия. И это исполнение заповеди, сопряженное с правильной молитвой, постепенно открывает у человека бесконечный мир внутри его души, бесконечный космос внутри его души, там, где есть Царство Божие.
которое не может быть отнято ничем, в том числе и самой смертью. Христос призывает к этому, говоря: «Человек, человек, ты же смертен, ты же пойми, что ты смертен, и ты же не знаешь, какой миг у тебя отнимется эта жизнь. Ищи Царство Божие и правды Его прежде всего. Не заблуждайся». Антихрист говорит совсем другое. «Человек, вот тебе блага земные, вот решение тебе всех человеческих проблем, вот где ты поистине исполнишь свою миссию помощи другим людям. Ты царь, ты Бог». Я вам начал говорить о том, что есть некое печальное предуказание у святителя Игнатия Брянчанинова. Я вам почти наизусть произнесу эти строки. Какая мысль, которую, ой, как нужно бы знать всем современным нашим людям. Этот великий святой XIX века говорит: наш народ, это русский святой, вы слышите, о каком народе он говорит? Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, так он называет Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Теперь подумайте, много ли вы найдете народов, которые вы с таким азартом искали бы себе царя? Можно найти только древних иудеев, когда у них был период судей Божиих, и когда они отказались от потребли у Бога царя, дай нам царя, осудил их Бог. Почитайте Библию, почитайте. Осудил их Бог и дал им царя, так что они взвыли. Но это вопрос другой. И наш народ, оказывается, повторяет ту же историю. Посмотрите, какая страсть, какое искание. Думает, здесь решение всех проблем. Такое предуказание, такое пророчество. Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Видимо, он эти сказал слова не просто от себя. Не просто. Тогда что было говорить? Тогда и так был уже царь на Руси. О чем было говорить? Просто можно было полагать, что один из наших царей станет им? Я не знаю. Он говорил, конечно, это по откровению. И это откровение сейчас, какое находит, если хотите, глубокое себе оправдание. Ни в одном народе мира вы не найдете такой страсти. И неудивительно, если вдруг мы действительно сумеем выдвинуть такого царя и сделаться его орудием. Очень возможно. Это, так сказать, предугадывать не будем. Зачем нам гадать? Важно это знать, что, оказывается, задача наша, христианская, состоит в чем? Пусть решают политические проблемы политики. Ну, что мы там понимаем? Что понимает простой народ в этом? Наша задача, прежде всего, это созидание Царства Божия внутри нас находящегося. Вот наша задача какая. Наша задача – жить по заповедям, жить, каясь, жить, соблюдая элементарные условия по отношению друг к другу, условия жизни, относясь с любовью друг к другу, с покаянием осуществляя свой жизненный подвиг. Оказывается, только правильная христианская жизнь укажет нам на то, где неправда Антихристова. Укажет и покажет нам, где идет обмерщение, где началось уклонение, даст нам возможность непринятия вот того человека, который объявит сам себя спасителем, принятие его за спасителя мира. Христос и Антихрист – это действительно две полные противоположности. Христос указывает вверх, небо, которое где находится? В сердце человеческом. Антихрист указывает здесь, в землю. Здесь рай, здесь господство, здесь твое благо. И оно, как прах земной, разрушится, как вы знаете по откровению, по очень недолгом времени его правления, его существования.
Ну хорошо, я на этом кончу, поскольку уверен, что у вас есть вопросы, на которые можем с вами вместе поговорить и что-то обсудить. Почему все то, что написано в Апокалипсисе, должно сбыться, осуществиться? Тогда для чего Апокалипсис дан, если все то, что в нем написано, должно сбыться в точности, ничего нельзя изменить? Есть ли хоть какой-то вариант, чтобы избежать такого сценария жизни? Скажу, не только есть, а он и предписан. Вы помните, что было сказано Богом пророку Ионе? Кто сказал? Бог. Что сказал? Ниневия будет разрушена. Что случилось? Случилось то, что Ниневия-то осталась, а макушка бедная у пророка Ионы под солнцем так нагрелась, что он взвыл бедный. Господи, прими от ними дух мой, я больше не могу. Ну еще бы, когда 50 градусов жара. А тыква, под которой он сидел, увяла. И он сразу понял. Ему Бог и сказал, тыква, которую ты не выращивал, вот она увяла, и ты уже все, и смысла жизни нет, и все пропало, а ты имей душу мою, а ты хочешь, чтобы я погубил тех, где, я не помню, сколько там тысяч, которые не могут отличить правой руки от левой. Сколько? Не помните? Много. Так, в чем дело? Ниневия покаялась. Слышите? Покаялась. 3 дня это в тех условиях ничего не есть, не пить. Попробуйте вы хотя бы в наших условиях это сделать, и тогда узнаете. Это было поистине покаяние, которое происходило от всего существа человеческого. Бог увидел это и изменил свое слово. Все пророчества, предсказывающие нам то-то и то-то, все не всегда, если хотите, написано с огромными буквами словом «Если не покаетесь». Помните, когда упала башня Силамская и убила 18 человек? Помните, Господь говорит, вы что думаете, они грешнее всех были? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, тоже и с вами будет. Поэтому не думайте, что Апокалипсис является каким-то, знаете ли, роком. Вот. Почему Господь сказал, никто не знает ни дня, ни часа? Потому что все зависит от чего? От духовного состояния человечества. И прежде всего, от духовного состояния христиан. И прежде всего, от духовного состояния христиан православных. Можно быть, знаете ли, христианами по форме, а можно быть христианами по существу. И это серьезнейший вопрос, который каждый должен решить для себя. Вот мы только что говорили о молитве. Можно вычитывать молитвы. Можно посещать богослужение. Так. И проводить это мероприятие, ждать, когда оно кончится. Не слишком ли там затянули? Или сегодня, слава Богу, поскорей окончили мероприятие. Хористы очень часто, это что у них? Это концерты, между которыми существуют антракты. Можно превратить богослужение во что? Богослужение, храм – это место молитвы. Это время и место молитвы. Человек, приди, дома ты не сможешь помолиться. Здесь как раз то место и то время, когда ты можешь хоть немножко побыть с собой. Действительно покаяться. Вы слышите? Что значит помолиться? Вспомнить свои грехи и покаяться перед Богом так, как каялись бы вот перед другим человеком. Перед Богом надо каяться, а не забывать. Это просто один из примеров. Так вот, если будет христианская жизнь, да, и Ниневия не падет, и Москва останется. А если не будет этого, то пусть пеняет человек на самого себя. В Библии, кроме души, часто упоминается слово «дух» человеческий. Какая разница между духом и душой? Знаете, иногда эти слова употребляются как синонимы.
Иногда эти слова имеют действительно различный смысл. У святых отцов понимание их различно тоже. Некоторые понимают под духом, но вот я вам скажу их слова, и что интересно, мы поймем. Высшая часть души. Ну и что мы поняли? Высшая часть души. Что? Ничего не понял. Иногда под духом, разумеется, ум. А что, разумеется, в данном случае под умом? Я вам скажу, просто попытаюсь, может быть, немножко, ну, отойдя от этих различных точек зрения, попытаюсь сказать, что подразумевается под, я бы сказал, духовным состоянием человека, чем определяется его духовность. Потому что это нам гораздо важнее, чем копаться в тех вещах, которые до конца мы никогда не сможем, так сказать, понять, не имея соответствующего опыта. Духовность человека определяется тем идеалом, к которому он стремится. Если идеал слишком высоко звучит, хорошо, иначе скажу. Определяется той целью в жизни, которую ставит перед собой человек. Последний, окончательный. Не задачи жизненные, их много в жизни, а та конечная цель, которая стоит перед человеком. И эта цель может быть очень различной. Одни ищут богатство, другие – славы. Третьи ищут правды, истины, смысла жизни и так далее. Духовность человека определяется характером его веры. Один верит во всякие предрассудки. Вот верит человек в пустое ведро, и все. Он, знаете, как будет дуть от этого ведра пустого? Только держитесь. И все. Поверит в шестерки, все, бедный. Все, что с ним будет? Придет он куда-нибудь в гардероб, а там ему дадут номер 666. И все. И обомлел. Завопит, дайте аверьянке ведро. Бедные люди. Чем мы только можем себя мучить? Какими идеалами, какими нормами? Потому что я говорю еще раз. Антихрист – это совокупность, если хотите. Это совокупность всех страстей, когда люди страсти примут за добро. Вот что такое антихрист, а не эти знаки и прочие всякие вещи. Так вот, духовность человека определяется той конечной целью, к которой он стремится. Он может стремиться к чревоугодию, к богатству, ко всякому роду вещам. Вот чем определяется его духовность. Поэтому под духом можно сказать, это состояние человека, направленность его души, направленность. Душа обладает рядом свойств. Это ум, это воля. Так? А духовность, дух – это направленность его души, которая может иметь характер очень различный. Очень различный. Вот. Ну, а сами по себе эти определения, так сказать, вот эти многое значимость этих вещей, она не имеет существенного значения. Главное, чтобы направленность была верная. Поэтому мы и говорим, духовный человек кто? Который весь устремлен к чему? Как мы говорим, к Богу. А что это значит, к Богу? Ведь Бог не существо же, которое сидит где-то там, знаете, в каком-нибудь созвездии, так, и смотрит на нас. Что значит к Богу устремлено-то? Что это значит? Это значит искание, прежде всего, жизни по совести и заповедям, которые мы находим в Евангелии. Это же прекрасные же заповеди. Но скажите, что там плохого? Относись к другому человеку так, как ты бы хотел к тебе относились. Снисходи к немощам и недостаткам другого человека. Снисходи. Не осуждай другого. Ты же не хочешь, чтобы тебя-то осуждали. Покажи пример кротости, воздержания, миролюбия. Подумайте, что здесь худого? Вот духовность человека и определяется степенью его стремления к этому и степенью приобретения этого. Вот. Вот это для нас важно. Понятие не столько, значит, духа, сколько духовности. И да избавит Бог, когда эта духовность направлена на искание похвалы человеческой, на честолюбие, тщеславие, гордыню и так далее. Вот тогда будет беда.
будут ли довольны те, кто ищет материального изобилия, и Антихрист им его даст, или их жизнь с Антихристом будет мучением. Я вам скажу, вопрос непростой. Я уже сказал вам, что научно-техническое развитие уже сейчас с полной силой свидетельствует нам, что человечество идет к эпохе такого рабства, которого никогда в истории человечества не было. Раб мог сбежать раньше, правда же? Перетереть какие-то оковы и цепи, могли договориться друг с другом. Мы идем к такому рабству, когда никто никуда не сбежит. У всех будет в каком-нибудь месте чип, о котором он не знает. Место оставим уж, ладно. Так? Ни слова нельзя сказать, все тут же будет передано компьютеры. Малейшее. Идем к полному рабству в этом смысле. Полный контроль. И если хотите, где контроль, там уже и огромная управляемость. Вы же понимаете? И к этому все идет. Уже вы посмотрите вот этот процесс глобализации. К чему они ведут? Уже единство всех средств массовой информации. Оно уже давно, собственно, в одних руках. Вы обратите внимание. Это удивительное дело. Все основные средства массовой информации – это впечатление такое, что все они какие-то злодеи страны, показывают самые неприятные, показывают картины отвратительные, развращающие. Странно, почему? С какой стати-то? Вы подумайте. Ну, почему это не показывать ангелов? Почему от них дьявола? Почему телевидение говорят, не показывают любовь, радость, нет, говорят, жадность? В чем дело? Они все в одних руках находятся. И понимаете, каких? Каких? По плодам древо узнается. Так что вопрос о том, будет ли это радость или мучение, правда, трудно даже мне это и сказать. Я думаю, что нам всем это будет трудно сказать. Но ясно одно, все будут подконтрольны, все. Не исключено, что, может быть, даже смогут читать и мысли. Не исключено. Может быть, достигнут, может быть, и этого даже. Техника развивается в данном случае очень быстро, я вам скажу. Технический прогресс, ой-ой-ой, какими шагами идет. По крайней мере, все слова будут фиксироваться. Любое место, никто никуда не сбежит и никуда не денется. Все будут подконтрольны. Так вот вопрос, быть подконтрольным – это как, я не знаю, мучение или не мучение? Да. Я затрудняюсь. А представьте себе, что если церкви перестанут быть церквами, когда человеку некуда сходить, он придет туда, в церковь, а там его такого гопака устроят, что он сбежит, бедный. Когда вместо икон ему намалюют там, знаете ли, соседку свою увидит, да еще неизвестно, в каком виде, или соседа. Да. В общем, вещей можно ожидать самых различных, но и самые, может быть, такое, которое трудно объяснить, но о чем действительно говорит Священное Писание, что царство ее будет мрачно. Ведь вы учтите, мы не придаем значения той реальности, которую называем духом, а зато все знаем дух человека. Хотя бы даже такое простонародное выражение, он все не в духе. И с человеком не в духе, правда же, трудно общаться. А представьте себе, если правитель Вселенной будет иметь сатанинский дух, и все его управление, все будет пронизано, весь мир, этим сатанинским духом. Я думаю, все-таки немножко, но мы можем себе представить, что это значит. Потому что сатана – это есть раздор, нарушение мира, это страшнейший эгоизм, это воспаленные страсти, думают глупые, что стоит только людям дать материальное изобилие, и они будут счастливы. Какое-то это просто такое безумие, что трудно себе представить. А тщеславие, кто лучше? А зависть, интересно, кто уберет? Да из-за зависти люди убивали друг друга. А из-за тщеславия что человек делает? А ревность?
а лукавство, а лицемерие от этого кто избавит? Мучает-то нас в гораздо большей степени страсти, а даже не материальный недостаток. По одной из статистик, вот современных, были проведены исследования очень интересные. Вот в Финляндии нам один епископ говорил, что примерно половина людей в Европе, в Западной Европе, на которую мы смотрим как на страны благоденствия материального, примерно половина людей потеряли смысл жизни и пребывает в какой-то, какая-то как тоска, не находит ни в чем удовлетворенности. Вот посмотрите, обратите внимание, всюду ездят, приедут, смотрят, посмотрел, пошел дальше, везут на колясках, не знают, чем удовлетворить себя. Потому что откуда туризм-то? Гуманизм ведь что говорит? Человек, это звучит гордо, человек, это краса Вселенной. Так что ж ты, человек, бежишь от самого себя? Что ж ты едешь и смотришь сюда каменья, да, краски и так далее? Что ж ты бегаешь-то? Где же эта твоя гордость? Где эта краса? А ведь на самом деле человек действительно это вершина. Вершина. Макарий Египетский говорил, что я не видел ни на небе, ни на земле ничего более прекрасного, чем душа человеческая. Вы слышите? Но кто ее видит, душу? Видит только тот человек, кто действительно живет духовной жизнью. Полнейший материализм наложит печать глубочайшего уныния на людей. Вот это можно уже видеть даже по той статистике, которая сейчас уже имеет место. Разве даже всемирный император, который даст земные блага, сможет ли заботиться о всех живущих на земле? Он ведь не вездесущий. Разве он сможет заботиться равноценно о всех? Разве всемирный император властен над болезнью, над смертью? Разве все это не укажет, что настоящий всеблагой царь – кто Христос? И разве правильно сравнивать первый приход Господа, а не второе пришествие с приходом Антихриста? Отвечу вам. Вы знаете, как сейчас развивается генетика? И вы знаете, что человек уже давным-давно занят мыслью о том, как бы найти ген старости и победить смерть. И я вам скажу, что есть реальные предпосылки к тому, что он будет найден. Что будет найден. И, может, Антихрист станет тем первым человеком, который достигнет бессмертия. Бессмертие не в том смысле, что его нельзя убить, а в том смысле, что он не умрет естественной смертью. Должен вам сказать, очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Это, ой, пригодится, особенно, наверное, для молодежи. Учтите, над Антихристом исполнятся все ветхозаветные пророчества о Мессии. Он будет от рода Давидова. Он родится от девы, правда, развратной. Сейчас уже никакой нет проблемы, чтобы родился без мужа от девы. Никаких проблем. С помощью даже генной инженерии. Так? Так, что еще там? Где-то в Вифлееме это не проблема совсем. Так, что еще? И царствию не будет конца, бессмертен будет. Правда, может, он и соврет, на то он и сатана, что он может и лгать. Но очень возможно, что с помощью генной инженерии, да, будет найден ген смерти. Скажите, все пророчества, я вам повторяю, это надо прямо вот сейчас поставить в ряд. Все будет лживо исполнено. Лживо почему? Потому что не он Христос. Лживо потому, что никакого вечного царствия, под которым, разумеется, царство неземное, неземное, он никакого такого царства иметь не будет. Здесь он будет земным владыкой, будет царем, все исполнится. Обратите на это внимание. Да. И в этом, я вам скажу, будет величайшая ложь.
Если Христос сказал «Царство мое не от мира сего», то Он скажет «от мира сего». Мы здесь устроим вечное царство. Здесь будет вечный престол Давида и так далее. Вот что будет-то. Вы поймите, почему многие, даже христиане, соблазнятся и примут его. Вам все, это будет опубликовано. Все средства массовой информации будут, захлебываясь, кричать, пищать, визжать и показывать. Все. О том, как все на нем исполнилось. Учтите, формально все исполнится. Только по существу этот кораблик пойдет совсем не в ту сторону. Вот в чем дело-то. Поэтому не удивляйтесь. Если мы сейчас будем погрязать в чем? В своих страстях, будем лукавить, лицемерить, ненавидеть, осуждать. Если будем видеть себя лучше вот тех, которые на улице, знаете, как это часто? Вот они, то есть мы-то хороши, слава Богу, да, а они, если мы будем таковыми, то мы окажемся в первых рядах те, которые примут Антихриста. Надо запомнить, что он исчадие гордыни. И все те, у кого найдется это, кто не увидит себя хуже всех, тот примет в первую очередь Антихриста. Вот почему Христа кто распял? По правде законной праведники, которые видели себя выше других. Вы поймите же это. Вы помните, кто его распял? Те, которым комар носу не подточит, исполнители закона, все делали все как положено. А первый в рай вошел разбойник, который от всей души осознал, что он действительно недостоин даже и думать о том, о Царстве Божьем. Помяни меня, Господи, только там, потому что я там никогда не буду. Вот где наше спасение. И тот, кто не придет в это состояние, тот легко примет Антихриста, потому что едино духовные будут. Самое страшное что в человеке? Когда он видит себя духовно хорошим. Не то, что говорит, я вам буду говорить, я грешный, конечно, ну что вы. Только попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу. Да. Речь идет не об этом. Вот на это нужно обратить самое основное внимание. Хорошо. Почему многие ученые доказали, что в штрих-коде есть три шестерки? Не знаю, почему не доказали. Я вам скажу, хоть 33 шестерки. Какое это имеет отношение к кротости, воздержанию, милосердию, любви и смирению, к которому мы призываемся? Нас увлекают в язычество. Нас, вы знаете, увлекают в язычество. В каббалистике, каббалисты – это одна из сект иудейских. Ну, иудейские. Там цифры. Не ту цифру поставили, вселенная перевернется. И нас пытаются уверить в этом, заставить нас верить в три шестерки. Вы понимаете? Сами верят. И нас хотят заставить обратить свою веру. Вы же понимаете, что такое обращение в веру? Вот мы, христиане, обращаем кого-то в нашу веру, и он начинает верить во что? В кого? Во Христа. Нас обращают, чтобы мы верили в шестерки. Оказывается, не исполнением заповедей мы спасаемся, не нарушением заповедей мы погибаем, а шестерками погибаем. Вот, оказывается, замечательно как. И поймали народ. Сколько людей поймали этого. Антония Великого хоть всего вы оклеите шестерками. Он останется Антонием Великим. То ИНН, то шестерки. Никто не скажет о сердце человеческом. Никто не говорит о заповедях. Докатились до того, что в одной из газет, я сам читал, прям в «Русском вестнике», написали такие жуткие слова, что если даже ты живешь не по-христиански, но ты стойко выдержал и не принял ИНН, все, ты спасен. И напротив, как хочешь ты живи, но если ты принял ИНН, ты погиб. Вот она новая вера. Вот это да. Вот это да. Здесь какой из святых отцов такую нам веру преподносит? До чего докатиться? Так что насчет шестерок не беспокойтесь. Апостол Павел прямо сказал,
идол в мире – ничто. Ничто. Тот, кто себя осенит крестным знаменем, с верой и благоговением, внешне или хотя бы мысленно, для этого вообще ничего не страшно. Ни гадания, ни заговоры, ни прочая всякая эта ерунда. Вот. Уж тем более эти шестерки. А уж о ИНН просто и говорить даже неудобно. Все наши монастыри имеют ИНН. И поэтому, когда монахи, которые питаются в этих монастырях, едят и пьют, вдруг советуют другим, не берите ИНН, то я не знаю уже, как и понять даже тогда, что же это такое тогда творится. А вы оставайтесь без работы, без хлеба. Это на что это похоже? Вы подумайте. Христианство подменяется язычеством. Нас хотят заставить переменить веру. Не заповеди главные, а вот эти чисто внешние знаки, цифры и так далее. Куда мы пойдем с этим? Научитесь от меня, как кроток есть, и смирен сердцем. И вдруг мы чем занялись? Это просто какая-то беда. Очень жалко, что нас подчас очень легко соблазнить вот этой всякой всячиной. Причем приемы, как известно всегда, что вам там говорят? А вот сказал афонский старец. Даже имен не надо, даже никаких имен. Или старцы вообще. Правда же красота какая? Сказали старцы, сказал какой-то афонский старец. Сошлются, да иногда называют имя. Да, не прочитав, не показав даже на строке эти вещи, и смущают, и соблазняют наш народ, расстраивают его. Вообще, я убежден, что эти вещи носят даже более политический характер, даже чем религиозный. Задача эта идет, скорее всего, с Америки. Им нужно наш народ возбудить, перевернуть, разорить, рассорить между собой. Вот какова задача. Я почти не сомневаюсь, что, по крайней мере, отсюда идет очень и очень много. Как вы прокомментируете объявление, висящее у входа? Крестный ход в честь канонизации новомученика воина Евгения. Слава Христу, смерть Антихриста. Ну, я прокомментировал это, как, знаете, как комсомольский поход. Вот так. Прям точно. Я думаю, что еще, знаете ли, рецидивы очень-очень сильны. Да, другого трудно сказать. Как вы относитесь к модной сейчас тенденции канонизировать политических деятелей, царей? Насколько опасен передел истории, когда из царей Иоанна, Николая делают праведных? Ну, вы знаете, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Вот в чем дело. Все можно исказить. Любую добрую вещь. В том числе и канонизации, были поистине мученики и подвижники. Если бы только мы хотя бы на миг могли себе представить, что претерпели многие из тех, кого сейчас канонизировала церковь, то, я не знаю, мы бы, наверное, ножки целовали им и слезы бы проливали перед теми страданиями, которые они перенесли. Я вам могу это говорить потому, что мне рассказывал один из священников сам, что там творилось. Это поистине великие мученики. Вот. И совсем другое дело, когда действительно могут под, что называется, флагом вот это всего, да, могут начать проводить некие политические акции. И вы учтите, что канонизация, особенно высоких политических деятелей, она очень часто сопряжена бывает с политической стороной жизни. Вы посмотрите в наших святцах. Вы больше всего найдете, по крайней мере, огромное число, найдете князей, царей и так далее. Причина какая? Они стояли наверху, они были видимы, их все знали. Так? И поэтому чаще всего именно старались и показать, что они именно были, ну, наибольшими, что ли, предметами подражания. Иногда это было действительно так. Иногда же это совсем не так. И вот сейчас, когда речь идет о том же Иоанне Грозном, то мне кажется, что здесь ситуация, истоки идут.
имеет характер чисто политический. Нам-то нужно действительно переписывать историю. Прямо переписывать. Причем кого выбирают? Это просто поразительно. Кого выбирают? Ну нет, взяли и канонизировали, например, Федора Борисовича Годунова, которого на 40-й день, что называется, растерзала толпа, и его мать. 40-й день его царствования. Мы его почти даже и не знаем, такого царя. Никто и не знает. Так, молчок полный. Зато Ивана Грозного, который пролил столько крови, так, ну и сейчас поднимается кампания. Да достаточно одного эпизода только с его походом на Новгород и затем Псков, где его встретил блаженный Солос Никола. Встретил его на палочке, да, скачет перед ним. А Иван Грозный знал, кто это такой. Так, и с ним начал, пригласил его в свою комнату. В комнате, вот, на столе, на белой скатерти, кусок мяса сырого лежит, а был пост. И Николай Солос ему говорит: покушай, Ванюшка, мяса, покушай. Иван Грозный побагровел весь. Говорит: я православный христианин, я мясо в пост не ем, а сам уже в страхе. Тот блаженный уже оставил свое юродство, а сказал ему: ах, ты мясо в пост не ешь, а кровь человеческую пьешь, вон отсюда, пришлый человек. Иначе и сдохнешь, как твоя лошадь. В это время вбегает конюший, весь бледный, как полотно, и объявляет Грозному о том, что пала его любимая лошадь. Иван Грозный не тронул ни одного человека в Пскове. Это куда мы денем? Да, Боже мой, да сколько фактов, это жутких! Что у нас такое стремление во что бы ни стало канонизировать таких деятелей? Зачем это? Канонизировать нужно только те, которые не вызывают споров, не вызывают сомнений. Зачем это нужно? Мы что, изменим их судьбу, скажите? Или что, мы хотим подражать им? Чему подражать мы будем, скажите? Зачем это? Не зачем. Все понятно зачем. Это политическая акция. Вот ваши святые. Слышите, какие? Вот ваши. Кланяйтесь им. То мы говорим католикам: у вас сумасшедшие святые, Тереза, которая вопит: о, Бог мой, супруг мой. Так? Или Катарина Сиенская, которая пишет королю Франции: твори волю Божию и мою. Так. Или Тереза Маленькая, которая канонизировал, возвел достоинство великих святых, сейчас этот папа, который пишет: я буду любовью в сердце Матери Церкви. Она будет. Ну, конечно, не Христос, даже не Богоматерь. Она, конечно, будет. И который описывает свои эпизоды со Христом. Мы взглянули друг на друга и все поняли. Вот вы смеетесь, так? Правда и верно. Мы справедливо смеемся. Так вот, потом они над нами посмеются, вот так. Вы говорите, что наши святые такие в прелести, а ваши какие? Вот откуда это идет. Я уверен, что это акции политические и церковно-политические, для того, чтобы подорвать авторитет нашей церкви, да, и заставить нас кланяться тем, кто проливал кровь наших отцов. Брак не является ли соединением отбракованным Господом в рамках космоса? Какова этимология слова «брак»? Этимологии слова я не могу вам сказать. Это слово русское, слово простое. И что от чего зависит, да, ну, скажу, один наш профессор говорил так, глубокомысленно: брак хорошим делом не назовешь. О каком браке он говорил, сказать очень трудно. Он соединил браки как
как соединение, так сказать, двух, или о браке, как порче какого-нибудь дела. Он умолчал, но такую фразу сказал. А один из моих племянничков произнес еще более глубокомысленные слова. Он сказал так, я думаю, что это многих заинтересует. «Только женившись, я узнал, что такое истинное счастье. Но было уже поздно». Мудрецы, не правда ли? Так, вам не кажется, что именно с ИНН может начаться сбор данных о каждом человеке, которые потом будут внесены в микрочет? Возможно, нет. Почему не кажется? Кажется. Возможно, да. Это, так сказать, начало. Вообще идет компьютеризация всего, и в частности каждого человека. Совершенно верно, что мы идем к этому, к неслыханному в истории человечества рабству. Только это никакого не имеет отношения к духовному рабству. Сатана и здесь делает ошибку, причем огромнейшую ошибку. Он не понимает, вот сейчас он слушает, сейчас я ему объясню, может, он поймет, что грехом является только тот акт человека, деятельный или мыслительный, который совершается осознанно человеком, осознанно, и является его волевым актом. Человек, который в бессознательном состоянии кого-то ударит, никаким, даже убьет, грехом не считается. Человек загипнотизированный, если что-то сделает, это грехом не считается. И если человек, который уже находится не только под контролем, но уже даже и управляется кем-то и совершит что-то, он не совершит греха. Вот в чем дело. Дьявол этого никак не понимает. Ему важно закабалить только. Вот эта истошная гордыня, жажда власти, не понимает, это грехом тогда не будет это. Грехом будет не это. Грехом будут те поступки, которые человек совершает осознанно. Вы слышите? Как и в христианстве. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Слышите? То есть требуется волевое принятие человеком, разумное принятие человеком Христа как Спасителя и его пути жизни, а не просто же так. Вот. Поэтому в данном случае я вполне согласен. Да, мы идем, конечно, к рабству. Информация о каждом из нас будет. Там записано, бесспорно. Ну и пусть. Ну и что? А кто мне мешает жить по Евангелию, скажите? А если кто-то помешает мне, внушая и как раз покоряя мою волю, то это не является для меня духовным злом. Слышите? В будущей жизни не пострадаю. Пострадает тот, кто лишил меня этой воли. Кто загипнотизировал меня. Понимаете, в чем дело? Вот в чем дело. Так что об этом можем не беспокоиться. Относятся ли слова из Евангелия «последние будут первыми» к христианам последних во дни Антихриста? Вы знаете, первый смысл совершенно ясен. Тот, кто видит себя последним, тот, возможно, будет первым. Ибо одно из утверждений святых отцов, которое, ой, как надо было бы нам всем знать, смирение – не видит себя смиренным. Здорово? Замечательно. Если я вижу себя смиренным, то бегите от меня подальше, на 100 верст. Вот. Смирение не видит себя смиренным. Потому что каждый человек, если хотите, есть перед Богом, сами понимаете, кто. Само небо нечисто пред Богом. По мере духовного роста человек все более видит свои недостатки, грехи и страсти. Как знаете ли, то в темноте мы видим самые крупные, но постепенно расцветает, мы начинаем видеть большую грязь. При солнце мы видим даже пылинку беленькую, или черенькую пылинку даже видим на белой одежде, малейшую. Вот таков духовный рост. Поэтому Петр Дамаскин, один из великих христианских учителей, писал следующее.
Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Поэтому чем выше святость, тем больше величие у человека, тем более он видит себя недостойным, грешным поистине, поистине. Поверьте, один из святых говорил, где будет сатана, там буду и я. Сесой великий, как солнце, просветился перед смертью, а умолял Бога дать ему еще время на покаяние. Это мы-то не видим грехов. Мы-то раз-два и обчелся. Правда, бывает другой вариант. Когда мы напишем вот такой талмуд и дадим еще батюшке, прочти. То есть дадим отчет о проделанных грехах. Просто великолепно. Вот так. И батюшка потом должен будет это растерзать к нашему вящему удовольствию. Вот. Вот. Это, конечно, беда наша, что мы покаяние подменяем отчетом или же истинное смирение смиренничаньем. Истинное, еще раз повторяю вам, святость не видит себя никогда святым. Поэтому последнее в данном случае, речь идет о ком? Вот об этих людях, которые видят себя последними, они-то и будут первыми. Видящие себя последними. Дело идет не о времени. И в первые времена были христиане, которые видели себя последними. Может быть, Бог даст, и в последние времена найдутся такие единицы, которые будут видеть себя последними, то есть худшими, худшими. Это, конечно, трудное дело, но будем надеяться, что все-таки будут такие люди. Вот они-то и будут перед Богом первыми. Так что идет не о временах, это не временная характеристика, это характеристика духовная. Когда речь идет, когда говорится о том, что последние будут первыми. Что такое печать и предпечать Антихриста? Насчет предпечати нигде в Священном Писании не говорится. Это одно из изобретений современных, даже не богословов, потому что мне трудно назвать этих людей богословами. Нет такого термина «предпечать». Нет его просто. Это придуманное слово. Вот. Насчет печати Антихриста, ну, если мы обратимся к святым отцам, например, к Андрею Неокесарийскому, который один, просто единственный, дал толкование апокалипсиса, то он объясняет, что такое печать. Но я не знаю, только понравится ли кому. Вообще, святые отцы, вообще такой народ, они говорят, все не то, что нам надо, я вам скажу. Вот и здесь он, подумайте, что он называет печать на челе, на лбу, то есть. Ведь прям всем ясно, вот надо шлепнуть чернилами, и будет печать, где 666 стоит. А он что пишет? Вы только подумайте, какие скучные вещи он пишет. Он говорит, весь наш ум, все наши мысли, весь наш настрой погрузится во что? В материальное, в эту земную жизнь. Забота только о земном. Дай нам славу, богатство, наслаждение. Весь ум. Что такое 666? Обратите внимание, ведь это же цифра совсем не случайная, когда упоминает ее апостол Иоанн Богослов. Слышите? Не случайная же цифра. В Священном же Писании, в Библии мы же читаем. Я не знаю, кто читал, те помнят. Что при Соломоне, когда был расцвет царства израильского, Израиль получал дань. Многое, чего он получал. Но, в частности, кроме всего прочего, он еще получал 666 талантов золота. Талант золота, к вашему сведению, это 49 с чем-то килограммов. 666 талантов, это сколько там тонн? Ну, посчитайте, 666. Тонн золота, это копеечное государство. Вы слышите? Это сейчас бы любое государство с восторгом бы получило бы такое. Это было символом могущества, славы и процветания государства. 666 талантов золота. Если хотите, эта цифра – символ мамоны,
Вы слышите? Если хотите, это есть символ чего? Земного благополучия. Печать на лбу есть не что иное, как полное погружение души человеческой, ума человеческого, в заботы только об одном. Заповедь Антихриста. Хотите, я вам скажу? Вы должны знать. Я тут все знаю. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. И тогда Царство Божие приложится вам. Вот что такое смысл 666. Вот где они, эти таланты. Вот где смысл этой цифры. Также святой Андрей Кесарийский говорит и о правой руке. Опять толкование. Самое неудачное. Просто, ну, беда. Оказывается, правая рука чем является? Ну, обычно для людей, правшей. Символом его деятельности. Так вот, вся деятельность человека во что будет погружена? В 666. Вот что такое печать Антихриста. На челе или на правой руке. Представляете? Да что неинтересно? Да. Так прочитаешь, скажешь, эх, в наше бы время, глядишь бы и другое толкование бы дал. Но, по крайней мере, мы бы его научили бы. В народе бытует мнение, что на Руси будет православный царь, и во время его правления будет небывалый расцвет культуры, экономики и даже духовности у нас в стране. Может ли это способствовать подмене, о которой вы говорили сегодня? И как этому противостоять? Ведь подобными чаяниями Золотого века болеют часто и в православных кругах. Здравая мысль, скажу вам. Уже в древней церкви была ересь. Слышите, она осталась как ересь, как осужденное церковью учение, так называемый хилиазм. То есть учение о тысячелетнем Царстве Христовом на земле, во время которого все его верные чада будут благоденствовать в этой жизни. Осуждено это церковью. Не будет этого. Будет новое небо и новая земля. Апостол Павел пишет, те даже, которые доживут до последнего момента, они даже, пишет он, не умрут, но изменятся вдруг во мгновение ока. Изменятся. Изменится их тело само изменится. Оно станет иным. Никакого хилиазма, никакого золотого века. А о царе православном я вам сказал уже, лучшего вы не найдете, лучшей в смысле мысли, о которой сказал Игнатий Брянчанинов. Наш народ может и должен, подумайте только, сделаться орудием. Вот вы правы, об этом идет речь. Ибо в нашем народе действительно это бытует. Все ждут этого золотого царства. Когда мы будем, что мы будем делать тогда, как вы думаете? Вот уж тогда будет широкая масленица. Так, пожалуйста, ответьте, если постоянно читать про себя Иисусову молитву, они, компьютеры, смогут все равно читать мысли? Первое. Если постоянно читать молитву Иисусу, то мыслей-то не будет. Что же читать тогда? Ну, даже правда же? Вот. О чем же идет речь? Во-вторых, ну, если уж компьютеры научатся читать мысли, то научатся они читать и молитву Иисусову. Ну, что? Пусть тогда и просвещаются. Вот так. Я думаю, что они перегорят сразу, как только прочтут молитву Иисуса. Господь, создавая человека как часть космоса, не мог не знать, что человек падет. Почему же Господь все же создал его? Да. Правильно, вот такие-то вопросы и надо. Да. Особенно в семинаре эти вопросы надо же обязательно разбирать.
Дело вот в чем, что святые отцы учат о двух состояниях человека. Первое, в котором был создан, это было состояние падательное, состояние, к которому предназначен человек, является непадательным. Ведь вы поймите, что проку было бы, вот так мы с вами попали бы в рай, так, и там бы устроили какой-нибудь такой концерт, что нас бы там кверх тормашками архангел там Михаил выбросил бы из рая. Представляете, там повздорили бы и все. Что будешь делать? В том-то и дело, что первый человек не знал одной простой вещи и знать не мог. И Бог не мог ему дать. Вы слышите? Бог всемогущий не мог ему дать. Чего же не мог он ему дать? Опытного, личного познания, переживания того, кто он есть, человек, без помощи Божией. Отсюда у него, у бедного, и возникла мысль, что он, которому покорена всякая тварь, все. Он знает существо всех тварей. Он обладает полнотой власти над этим миром. И возникла у него мысль, что он как Бог. И, если хотите, в этом весь смысл, вот это вкушение плода-то. Вот это змеиное искушение-то. Ведь вы же понимаете, какую простую вещь-то. Что если ангелы согрешили до грехопадения человека, так, таково учение. Я знаю, семинаристы, они все знают. Они говорят, да-да-да-да. Тогда как же в раю-то он оказался? Так архангел Михаил его давно же изгнал же. Как же змей оказался в раю-то? Прополз под листочками там, не заметил, да? Ну, я не хочу сейчас особенно развивать эту мысль, скажу только, да, что эта мысль, как Бог, конечно же, возникла у человека, возникла у человека, и он не смог препобедить ее, не имея никакого опыта познания себя, что он без Бога – ничто. Просто ничто. Так вот, конечно, Бог знал, что он падет. Это было просто смешно и говорить, что Бог не знал. Конечно, Бог предвидел, что именно путь человека – к достижению непадательного состояния заключается в том, чтобы он познал то, что он есть без помощи Божией. Это мы и познаем. И чем больше кто это познает, чем больше кто смиряется, тем большей духовной высоты он сподобляется уже здесь и приобретает надежную основу для получения Царства Божия, из которого он уже во веки веков не падет, ибо прекрасно знает, кто он есть без помощи Божией. Вот в чем вся суть. Да, это, видимо, было единственное средство, благодаря которому только человек, как существо разумное и свободное, мог действительно достичь состояния богоподобного через познание себя, себя, того, кто он есть без помощи Божией. Человек достигает высоты и величия богоподобного состояния. Вот так. А что я читаю? А почему они сидят и не читают? Правда? Ну-ка, давайте, читайте-ка. Кто, отец Владимир, кто будет читать? А что такое печать Антихриста? И почему есть молитва о неприятии печати Антихриста? Возможно ли, что чип будет печатью Антихриста? Ну, относительно печати я вам уже сказал, что здесь, вот, к сожалению, вот, святые отцы мыслят не так, как надо. Вот, к сожалению, чип, конечно, не будет в этом смысле никакой печатью Антихриста. Все эти чипы – это средство порабощения человека. Вы же понимаете. Как, в общем-то, и вся цивилизация, она в конечном счете ведет к закрепощению и порабощению человека. Ведь мы посмотрите, как сейчас зависимы от всех средств научно-технического прогресса. Видите, электричество. Правда же здорово? Да. А газ провели тоже недорственно. А телефоны, а машины, а там
Прага. Ведь никуда не съездишь так, без машин-то сейчас. Вообще, мы уже рабы. Мы уже рабы этой техники. И чем дальше она развивается, чем большего комфорта, как кажется, мы добиваемся, тем в большую зависимость мы попадаем от дел рук своих. Это точно. И это закон незыблемый. И в конце концов, видимо, этот круг замкнется. Ведь очень хороший был образ, который довольно часто можно было встретить. Ну, по крайней мере, я его вот как-то встретил, и мне очень понравился, когда научно-технический прогресс изобразили в такой картине. Гигантский змей заглатывает самого себя. Вот что такое научно-технический прогресс. Заглатывает себя. И вот вся задача только в чем? В какой миг он задушит сам себя, захлебнется собой уже. Видимо, этот миг произойдет вот тогда, когда наступит вот этот последний период существования человечества, и когда, возможно, Антихрист что-нибудь преподнесет, захочет преподнести какое-нибудь потрясающее чудо, чтобы уже окончательно все убедились, что он Бог. И преподнесет его. По Евангелию, вообще по Новому Заветному Откровению, кончина мира произойдет моментально, сразу. Евангелие говорит, как сеть найдет, как сеть. Пришествие Христово будет как молния. Апостол Павел пишет, вдруг, во мгновение ока произойдет и так далее. Я так думаю, ну, понимаете, это я так думаю, что мне кажется, он что-нибудь устроит, чтобы сокрушить всех и поразить своим величием, своей божественностью, и уничтожит все во мгновение ока. Не удивляйтесь, кстати, этому. Уже прецедент был. Прецедент, я вам скажу, просто страшный. Когда Оппенгеймер с группой своих сотрудников, разработавших атомную бомбу, решил провести испытание этой бомбы, абсолютно не зная, к чему приведет это испытание. Многие удерживали его, говоря, что это может привести к цепной реакции. И тогда наша Земля превратится еще в одно солнышко в Солнечной системе. Цепная, начнет разлагаться вот вся эта наша материя. И все-таки испытания произвели. Правда. Цепной реакции не произошло. Но сейчас. А вот Антихрист, скорее всего, что-нибудь устроит, какую-нибудь такую вещь. Вот такого рода эти моменты, их просто надо учитывать. Вот. А чипы, что ж, это просто то средство, с помощью которого будет легко осуществляться контроль за каждым человеком, за всей его деятельностью, и, следовательно, за всей экономической и прочей политической деятельностью каждого человека и человечества в целом. Только и всего. Но будет здесь религиозный элемент? Какой? Элемент соблазна. Что многие увидят в нем спасителя человечества. Понимаете, какое дело? Не будет бедности. Понимаете? Не будет бедности. Будет социальная забота о всех. Возможно, что он будет раздавать бессмертие, может быть, кто его знает, чего достигнет там генная инженерия. Она достигнет непременно. Вот в чем дело-то. Туалеты из золота будут. О, вот это самое главное, пожалуйста. Это будет достижение всесокрушающее. Да. Вот к чему мы идем. Так, хорошо. Монахи, соль земли. Где же будут они? Второе, как вы относитесь к событиям в Сахаровском центре? Ну, в отношении монашества, я вам скажу, вы же поймите, пожалуйста, что монашество – это же не постриг и одежда. Постриг и одежда совершаются там, где монастыри, чтобы все были равны в своем внешнем облачении. Ведь вы же знаете, ну, женщина любит же одеться и так, и сяк, и получше, и прочее. Здесь и мужчины тоже могут. Все равны, все одинаково, чтобы ничего не выделяло их. Но монашество совсем не одежда. Монашество – это не постриг. Я не знаю, кто постригал Марию Египетскую, я просто не знаю, вот как-то вот мои познания тут очень ограничены. Да, никто не постригал. Монашество – это жизнь соответствующая. Это внутреннее отречение человека от всех, насколько это возможно, от всех лишних земных забот, от политики,
от искусства, от экономики, от прочих всяких вещей. Монашество призвано к самому главному, к умному деланию. Вы поймите, умному деланию. Кто-то хоть должен же заниматься этим, или мы все будем заниматься всем? Если все будут заниматься всем, значит, никто ничего не достигнет. Хоть кто-то из людей, которые, может быть, способны к этому, имеют особое расположение к этому, особую ревность, хоть кто-то должен же заняться отречением, отрекшись от мира, заняться своей душой. Вот что такое монашество. Если вы думаете, что монашество – это форма, то, пожалуйста, вам через полчаса вам и форма готова. Час, и ваш постриг готов. Так что вы от этого, что с вами случится? Что думаете, это уже монах или монахиня? Вы глубоко ошибаетесь. Это еще не монах и не монахиня. Монах и монахиня – тот, кто ведет соответствующую жизнь, у которого стремление к этому духовному подвигу, к очищению себя. Почему четки вручаются в руки? Это призыв и знак, чтобы погрузиться, насколько только это возможно, в молитву. Приучаться к молитве. Приобретать что? Смирение. Через что? Через познание того, что во мне действительно гади их же не с числа. Поэтому монашество является примером смирения. Поэтому если видите монахинь, который вас начинает там крыть, ах вы, там мирские, там и прочие грешники, знаете, тут монашества нет. Сейчас сколько он у нас в посаде, например, до комизма доходит. Я тайная монахиня. Это она объявляет, она тайная монахиня. Это изумительно. Это кошмар. И главное, что люди поддаются. Вы представляете, можете, да, вы тайные монахини. Вот. Вот, друзья мои, поэтому учтите. Вот. Это нужно понимать. Те же, которые просто принимают внешний подвиг, внешний постриг, извините меня, внешний постриг без делания монашеского, то они внешне будут для людей выглядеть как монахи там, или монахини, а на самом деле будут оставаться такими же мирскими, как и мы с вами людьми, и последуют за нами тоже, а может даже впереди нас. Это трудно сказать, где на каком кто будет месте. Вот. Вот в чем дело. Это же надо понимать. Не случайно Игнатий Брянчанин даже писал, что иногда вы сможете встретить истинного монаха скорее даже во фраке, чем в мантии. Почему? Все зависит от образа жизни человека, от его устремленности. Поэтому, кстати, вот сейчас, когда очень многие монастыри стали на путь, знаете, такой активной деятельности, там, воспитательской деятельности, заводят там, не знаю, что только, очень многое, то здесь нужно быть очень и очень осторожным. Монашество – это нечто уникальное по своей идее. Это то, что призвано сосредоточить в себе всю свою работу, всю свою деятельность. Насколько это возможно отречься от всяких лишних забот. Хоть кто-то, но должен этим заниматься. Повторяю я еще раз. Вот что такое монашество. Поэтому я не понимаю, например, монашество в миру. Было время советское, когда человек в монастырь не примут. Я не понимаю, как сейчас может быть монашество в миру. Но если вы уже хотите быть монахом в миру, то тогда должны знать только вы и тот, кто вас постриг, и ни один человек больше. И ходить в простой одежде. И никто не должен знать тогда об этом. Если же видите противоположное, знайте, уже здесь, значит, и тщеславие. Потому что если я одену монашеское одеяние, вы все ко мне сразу, правда, иначе будете относиться. А то, что в костюме так говорит. Правда же? И тщеславие тут будет, и другие вещи всякие. Это очень опасно. Так что почему же, где же будут монахи? Монахи будут там, где им нужно. В клетях своего сердца, и никто их не увидит и не узнает. А те, которые в форме монашеской, о них не приходится же говорить. Зачем? Потому что они такие же миряне. Какой там второй вопрос? События в Сахаровском центре. Сахаровский центр, ну что ж тут говорить? Ну, это безобразие, возмутительнейшая вещь. Это вот то, что, возможно, нас ожидает. Сейчас еще у нас, так сказать, отношение к православию еще такое нормальное. Но если вот такие деятели станут у власти, а вы учтите, что все подкопано, вся власть подкопана фактически, вот,
И если эти деятели получат власть, то можете понять, что будет. Что будет. Кстати, вот вам пример. Очень интересный показатель состояния христианства в наше время. На ассамблее Всемирного совета церквей в Найроби, я там был, так? Там, в зале заседаний, такой поставили крест, что это можно содрогнуться. Представьте себе, изобразили настоящего дьявола на кресте. Когда мы, православные, стали протестовать, что вы, это же издевательство просто, что вы делаете? Ну, такой там шум, и я не помню. Потом этот крест все-таки поставили в другое только место. Там не в центре где-то, а отнесли в другое. Это просто сатанизм. Вы понимаете, какое дело? Это же надо знать. Мы вот все с вами иногда обольщаемся тем, что вот сейчас православие, свобода. Просто кто из вас знает, по какой причине была нажата кнопка, и вдруг сразу правительство повернулось лицом к церкви? Кто нажал? Почему нажали? Вы же все прекрасно помните, произошло совершенно неожиданно. Раз, и все. Кем дана команда, скажите мне? Теперь вы поймете, как мы с вами здорово разбираемся в политике. Абсолютно ничего не знаем. Если так кто-то одним мановением смог нажать эту кнопку, и все повернулось на 180 градусов, следовательно, в любой момент может нажаться другая кнопка. Это надо понимать. Вот. И не обольщаться. Но мне кажется, даже как писал Иоанн Златоуст, а он писал так, что быть без гонений для церкви – это худшее из гонений. К сожалению, нам очень трудно бывает сохранить себя, свой христианский дух, когда нам дают полную свободу. Мы начинаем как-то разваливаться уже. Знаете, как в теплой водичке. Уже. То был холодный душ, ох, как он тонизировал. А тут тепленькая водичка, и начинается расслабление. И нет ли даже здесь действительно применения новой методологии, новой, через тепленькую водичку расслабить нас настолько, что уже не поймешь, что церковь это, или культура это, или эстетика это, и что это такое? Концерты? Кто это поет? Семинарист или другой хор? Да ничем не отличить. Что там, театры? Пожалуйста, тут монахи, не монахи, какая, все одинаково, все великолепно. То есть нет ли тут попытки превратить церковь в совершенно мирское общество, в мирскую организацию? Я говорю, нет ли, я спрашиваю, я не знаю. Но факт таков, что очень много фактов, много то, что действительно сейчас смущает. Почему монахи служат на приходах? Скажите, что нет монастырей? А вы знаете, что такое монах на приходе? Он же должен венчать, правда же, молодых людей? Сам молодой, большей частью. Он же должен крестить, он же должен исповедовать. Недавно ко мне один пришел и стал мне рассказывать, не знаю, что делать. Одна заявляет, что она влюбилась в меня, и все. Представьте, что это такое, скажите мне. О, внутренние проблемы церкви, вот что самое главное. И запомните, у нас нет внешних врагов. Внешних, они только могут быть внутри нас, в самих нас. Сейчас вы трудно, я не знаю, найдете ли вы сейчас мужской монастырь, в котором бы не было молодых женщин. А ведь это устав номер один категорически запрещается уставом мужского монастыря. Много ли вы найдете таких монастырей? Мы съездим на Афон, ахаем, охаем, ой, как хорошо! Приезжаем к себе, и что? А ничего. Вот где вещи, о которых стоит действительно задуматься. И могут ли быть изменения здесь? Пока ничего, надеяться не на что. Что будет дальше, не знаю. Но, сами понимаете, если монашество потеряет свою соль, если соль перестанет быть соленой,
тогда что говорить о прочем? А монашество не Боже там, где нет условий для духовной жизни, где нет возможности заняться действительно молитвой, где нет возможности отречься от всех этих сует, насколько это возможно, от всего, насколько это возможно. Монашество – это то, что внутрь себя заглядывает, где молитва действительно Иисусова, где подвиг смирения, да, где подвиг познания себя. Вот где монашество. Если его не будет, церкви, конечно, не будет. И поймешь слова Игнатия Брянчанинова, который писал в середине XIX века: «Монашество подобно огромному, огромному зеленеющему древу, которое, увы, внутри все сгнило. Первая же буря повалит его, а с ним и православие». Вот перед чем мы стоим, вот где наши проблемы. А то мы ругаемся, там, сектанты, католики, там, саентологи, протестанты. Да разве в них дело? Если бы мы были православными, если бы в нас была бы духовная жизнь настоящая, то кто же пошел бы к этим сектантам, скажите вы мне? Да кто же к ним бы пошел? Да никто не пойдет к ним, если бы они здесь увидели светочей жизни, пример кротости и воздержания. Кто же туда пошел бы? Идут потому, что часто видят противоположное. Вот где основная наша задача, потому что, и я думаю, что это основная наша беда. Но не знаю, когда, кто возьмется за разрешение этих проблем. В ваших лекциях, которые вы читали в семинарии, и в Московской, вы пишете о первородном грехе Господа нашего Иисуса Христа. При этом не ссылайтесь ни на один источник Священного Писания, который говорит обратное. Поясните этот вопрос еще раз. Спасибо. Под первородным грехом, разумеется, то, о чем пишет Максим, преподобный Максим Исповедник, это есть смертность наша, тленность, под тленностью, разумеется, следующее, разумеется, это наша зависимость от внешней окружающей природы и наши болезненные состояния, то есть это голод, это жажда, так, это боль, это болезни и так далее. То, что случилось с нашим, так сказать, телом и с нашей душой. Зависимость от этой всей природной, так сказать, будем говорить, жизни. Тленность и страстность. Под страстность какая? Неукоризненная, негреховная страстность. Это, если хотите, в данном случае синоним почти этой тленности. Потому что под страстями что, разумеется, неукоризненно? Праведный гнев. Слышите? Праведный гнев. Праведное стремление к справедливости, установление справедливости. Вот все то, что произошло в результате грехопадения Адама. Библия называет это кожаными ризами, то есть кожаной одеждой, в которую облег Господь согрешившего человека. Смертность, тленность, страстность. При этом страстность, еще раз повторяю, не греховная, а способность к переживанию вот этих болезненных вещей, способность к праведному гневу и так далее. Вот что такое первородный грех. Так вот, Господь Иисус Христос в своем воплощении принимает нашу человеческую природу, какую? Смертную, тленную и негреховно страстную, но не согрешает. Слышите? Не согрешает в этом. И через крест, через страдание, крест и смерть, воскрешает эту природу, возрождая ее в том первозданном состоянии, в котором был создан человек. Смертью смерть попрал. Апостол в послании к евреям пишет: «Бог, вождя спасения нашего, Христа, сделал совершенным через страдания». Обращаю, кстати, ваше внимание, что употребляет слово там «совершил».
Там греческое слово стоит «телиосе», то есть «сделал совершенным». «Сделал совершенным», «телиос», «сделал совершенным». Что значит «сделал совершенным»? Разве он был несовершен? Разве он имел грех? Нет. Он не имел греха. Что же такое совершенным сделал? Смертью смерть поправ. Он имел естество, взял во всем подобное нам, в том числе и в смерти. Афанасий Великий говорит так. «Да умолкнут говорящие, что человеческая природа Христа по естеству была бессмертна». Афанасий Великий говорит, смертное естество Христа не могло не умереть, отвечая на вопрос о том, а что, если бы его не распяли? Он бы умер или не умер? Не могло не умереть. Высказывание отцов в этом плане бесконечное множество, просто бесконечное множество. Если кто-то интересуется, пожалуйста, это вы можете это прочитать. Огромнейшее, просто десятки высказаний, все ни к чему сводятся. Что оказывается, подвиг спасения Господь совершил не в воплощении. Не в воплощении Он исцелил человеческую природу. Ибо тогда зачем же уже нужен был крест, если Он же все сделал? Вы спросите. Если воплощение уже Он исцелил, тогда зачем крест? В том-то и дело, что Он, в этом явилось величайшее смирение Бога, по-гречески «кеносис», умаление себя, что Он, Бог всемогущий, соединился со смертным естеством человеческим, но каким? Не согрешив в нем. Вот. И смертью смерть попрал. По учению Церкви, даже всей Церкви, а не только какого-то одного отца, именно через смерть он попрал смерть. Он принял истинную смерть, а не мнимую, Иоанн Дамаскин прямо осуждает еретиков по имени автартодокеты, или юлианисты, или гаяниты, которые учили, что Христос – еретики, слышите? И он говорит, что это еретики, которых он пишет, как они учили. Эти еретики учили, что Христос воспринял естество бессмертное, а умер, а добровольно взял на себя смерть. Взял естество бесстрастное, а добровольно взял на себя страсти. То есть это просто утверждение абсолютно неразумное. Вот. Иоанн Дамаскин прямо осуждает, не только он осуждает, а он приводит и говорит о том, что Церковью осуждены так учащие. Папа Гонорий, который осужден был Церковью, как монофилит, также утверждал, что разве не ясно, что Христос принял естество первого Адама? И так далее. Так вот, оказывается, святые отцы во множестве говорят об этом. Как же, что вы? Это просто бесконечное множество высказаний отцов. Но об этом все учение Церкви. И вот сейчас, вдруг, в наше время, автартодокеты опять поднимают голову. В воплощении Христос уже исцелил всю природу. Им тогда задают вопрос, а что же на кресте? Тогда крест не нужен. Долой крест! Вы подумайте, как все продумано идет, а? Недаром апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, а эллинам безумие. Вот и пытаются опять вновь убрать этот соблазн и это безумие. В воплощении все сделано. Нет, не в воплощении, а на кресте. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным, то есть освободил человеческую природу от смерти, сделал совершенным через страдания, а не просто в акте воплощения. Вот, собственно, в чем вся суть. Поэтому, когда мы говорим о первородном грехе во Христе, то что мы должны сказать? Я понимаю, что это многих пугает, потому что все, к сожалению, вся наша богословская литература, то есть, ну, большая богословская литература, школьная литература, вся чем наполнена? Католическим учением о первородном грехе. Там первородный грех – это что такое, знаете?
Это есть то проклятие Бога на человека за то, что он согрешил. И это проклятие распространяется на весь род человеческий. И вот Христос поэтому родился без первородного греха и явился той жертвой, благодаря которой проклятие было снято. То есть он принес жертву от Отцу. Святитель Григорий Богослов на этот вопрос отвечает так. «Я спрашиваю, – пишет он, – кому же принесена жертва? Если дьяволу, то как это унизительно, чтобы Творец своей падшей твари приносил жертву? А если Отцу, – продолжает он, – то разве Отец меньше любит человека, чем Сын? Зачем же ему была такая жертва?» Вы слышите, что пишет? И отвечает, нужно было человечеством Бога осветиться человеку. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. То есть жертва кому была принесена? Сказать? Нам с вами. Почему мы должны быть бесконечно благодарны Ему? Нам с вами. Как приносит нам жертву, когда мы утопаем и теряем сознание, и вдруг кто-то, жертвуя собою, спасает нас. Вот что сделал Господь. Смертью попрал смерть. Вот откуда рождается величайшая благодарность ко Христу. Он соединился с человечеством, и в этом человечестве только это человечество, соединенное с Божеством, истинный человек, как и истинный Бог, Он Христос, совершил эту величайшую жертву, которая спасает каждого из людей. Вот что совершается. Вождя спасения нашего сделал совершенным через страдания. Это пишет апостол в послании к евреям, 2 глава, по-моему, 10, кажется, стих. Это найти, в общем, нетрудно.